вот такой вот серьезный птица Angry Birds, вот. У него вот такой серьезный взгляд, сосредоточенный. Так красиво сделан, красный такой птица. Вот у него вот такой вот клюв. Особенно мне его глаза нравятся. Как они вот так вот красиво смотрятся, вот. Прям не ожидал, что настолько могут передать серьезный взгляд, какой у него есть. Он сделан вот такой вот в полете. Крылья у него сделаны такие мощные, как будто он ходил в качалку и качался, вот. Довольно-таки вот мощные крылья у него такие вот. Поэтому кажется, что он такой накачанный весь. Хохолка, конечно, у него нет большого, но такой, какой есть хохолок, такой есть вот. Потому тут он так сделан, что на видео слабо видно хохолок, но так вот есть вот. Задняя часть-то у него тут черная. Хвост вот такой черный, из перьев вот. Да. Хохолок, конечно, не видно. Да, но сделано в целом красиво. Если смотреть без камеры, то передается красиво. Вот так вот. Мощный такой вот. Птица вот. Снизу он выглядит вот таким вот образом. У него лапы сделаны только снизу желтые. Спереди они почему-то сделаны красные, поэтому тут у него вот тут красиво сделано белым, где животик, где все красиво сделано белым. Вот, как-то так вот видно будет получше. Летает он вот так вот. Летает он довольно-таки хорошо, поэтому всем, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что вот такой птица-качок достоин комментариев и лайков. Эта птица не последняя, поэтому подписывайтесь. Буду удивлять еще вас другими птицами.